Далее в программе телемагазин. Чак, как смотрящий, я шеф Антуан, и я здесь, чтобы представить вам набор ножей Easy Slice. Эти плохие щи могут разрезать буквально что угодно. Прямо с семенем. Секунду. Боже. Послушайте довольных покупателей. Я, эта штука потрясная. Нормально было? Все нормально? Ну, отлюжим фрукты. Посмотрим, как он разрежет керамическую тарелку. Пластик-шмастик. Ладно, этого для вас недостаточно. Я понял, ладно. Расслабьтесь. Бесплатно вы получите эту новенькую пару найков новой модели. Бесплатно. Но ты должен позвонить прямо сейчас, бро. Да, ты. В черной майке. Да, да, ты. Не выходи, послушай. Смотри. Позвонишь прямо сейчас и получишь не одну, а две бутылки текилы. Две? Да, да. Хер бы я не позвонил прямо сейчас. Не, харе бухать, харе бухать. Hey! Слушай, ладно. Просто дай еще шанс, пожалуйста. Брось, чувак, все хорошо будет. Брось. Какое это все дерьмо, какая это все херня. Этот нож даже не настоящий. Он не работает, брат. Все будет хорошо, мужик. У меня двое детей. А, бро, мне уже идти надо. Моя жена прямо сейчас на операции. Это нихера, я нихера не тебе впариваю сейчас. Слушай, мне уже идти надо, извини. Просто позвони прямо сейчас, я прошу, позвони извини, прямо сейчас. Извини, удачи, извини, все будет хорошо. Слушай, стой! Я могу делать так весь день, бро. Могу делать так весь день. Позвони прямо сейчас, окей? Может, позвонишь прямо сейчас, бро? Нет? Давай сюда деньги, мудила. Это я, шеф Энтман. И всего за $15 ты можешь получить этот нож. А перевел и озвучил виски. Ага.